дорогие друзья, с вами Алошка. Сегодня продолжаем играть в игру Minecraft на RC 1.4.6 с офигительными модами. Остановились мы о том, как мы решили вот в этом огромном-огромном сумеречном лесу сделать себе хоть какой-то сет брони, чтобы он нас защищал. И мы выбрали сет брони, который мы будем делать. А это у нас железно-древесный сет брони. И выглядит он следующим образом. Ну, конечно же, у меня не полный сет, нам осталось сделать всего лишь нагрудник. И для него нам понадобится, если не ошибаюсь, еще два зеленых корня. Эти корни мы будем искать под деревьями, как ни странно. И вот, собственно, одни из этих корней, но это не зеленые корни, как видите, это простые коричневые корни. Они мне совсем не нужны, поэтому мы просто уходим, да. Так, ну здесь уж точно корней не... Опа, неверрек. Слушайте, я его раньше здесь не замечал. Благодаря ему мы можем, кстати, сделать камин. И как раз-таки от огня защищает очень-очень-очень-очень хорошо кирпич. И это означает то, что его мы тоже соберем. Слушайте, а с этих домиков можно неплохо напастись ресурсов, так сказать. Давайте мы как раз-таки весь кирпич соберем. Ну, мышистый камень мы, наверное, не будем собирать, потому что он мне, ну, не особо-таки нужен. Зачем он мне? Вот скажите, зачем? Я толк в нем не вижу. Единственное, если бы с помощью него можно было кого-нибудь кормить... Хотя это немного странно, конечно же. То я бы его собирал. А так нет, не нужен. Опа, кстати, тростник. И я помираю, да? Черт, я же помираю, чтобы мне поесть. Поесть, поесть, поесть. Быстрее, быстрее. Хлеб делаем. Единственное, что мы сейчас можем сделать, так это хлеб. Давай, давай, давай. Главное, не умри. Фух. Сейчас нам срочно нужна еда. Я где-то видел оленей. Так, где-то там водятся олени. Мне срочно их нужно убить. На корни пока что забьем, народ. Без еды мы никто, сами понимаете. Так, семена? Откуда это они там? Так, кабанчик, кабанчик. Привет, птичка, с тебя вроде как еда не падает. Кабанчика убиваем, еда не падает. Какого хрена? Она же мне очень срочно нужна. Гнилую плоть мы пока не будем есть, это уже на всякий случай. Привет, белочка, с тебя тоже не падает еда, что печально. И олень, я ж вас где-то видел. Неужели вы поняли? А, вот, первый олень, я его заметил. Прям-таки издалека, да. И все? А, нет, еще один олень. Хорошо. Сейчас мы и тебя убьем. И мы быстренько бежим домой, жарим еду. Такс. Окей. У нас нету места. Подождите, я и эту свининку не взял. Или подождите, это же оленятина, да? Все время путаю оленятину со свининой. Так, песок не нужен. Пошел вон, зомби. Не хватало мне еще от тебя умереть. Два с половиной сердечка. Один выстрел, один гребаный выстрел со скелета, и все. Я труп. Быстрее, быстрее, быстрее. Почему ты не бежишь? Беги, беги, беги. Нам всего лишь нужно добежать до дома. Потом пожарить оленятины и скушать ее. Все, все. Это план на первые где-то 2-3 минуты. Так, тростник мы, наверное, тоже соберем. Семена пшеницы не нужны. Они у меня и так в сундуке есть. Все, тростник собрали. Будем его выращивать. Делать себе листочки бумаги. Потом нам понадобится еще какую-то магическую карту сделать, которая добавляется с помощью сумеречного леса. Я, конечно, не знаю, что она там делает, эта карта. Но здесь есть кролик! Уии! Кролик, кролик, кролик! Круто. Сколько здесь животных? Я просто офигеваю. А, кстати, мне многие писали в комментариях и даже скриншоты выкладывали, то, что в том кровавом биоме, который я находил, а, кстати, он самый редкий биом, который я находил, живет гидра. Да, в том кровавом биоме действительно живет гидра, если честно, когда я увидел ваши скриншоты и комментарии, я офигел. Оказывается, та пещера, в которую я чуть ли не зашел, была заселена гидрой, и... Ё-моё, я даже и сейчас и не знаю, в какую сторону нам надо бежать, чтобы найти тот кровавый биом. Честно, не знаю, я просто забыл все. Ну ладно, пока что мы, наверное, не будем заморачивать себе голову насчет этого, просто бежим домой. Пополняем себе сердечки, сытость и радуемся, да. Ну, в общем-то, наверное, сейчас мы тогда пойдем искать тот кровавый биом. Может быть, найдем его, посмотрим на гидру. И самое главное, нам надо еще будет найти зеленые корни. Потому что я хочу сделать этот полный сет. Может быть, он при полном сете дает какие-нибудь статы хорошие. Я, конечно, не знаю, но мало ли, мало ли, мало ли. Так, еда, еда. Я тебя быстренько жарю, жду, пока ты пожаришься. Сюда мы кладем железные слитки. Потом вот в эту печку мы, наверное, кладем золотую руду. Пусть она делается. Кстати, у нас здесь еще 3 золотых руды есть. Пусть тоже плавится. Угу. И все ненужное мы сейчас просто кладем в сундук. Просто кладем в сундук. Так, кстати, тут еще железная руда.
А куда бы мне ее положить-то? Ладно, создадим еще один сундук. Вот сюда. Кладем сюда все ненужное. Да. Так, стрелы нам понадобятся, факелы нам понадобятся. Смокинг-блок не понадобится. Палочки понадобятся, конечно же. Кстати, дерево нам понадобится. Кстати, где оно? Вот оно. Перерабатываем все это в березовые доски. И все. Да. По идее, это все, что мне понадобится для того, чтобы идти к зеленым корням и для того, чтобы найти гидру. Все. Да. Золотые слитки. Сложим все это сюда. Ну, что там у нас с едой? Еда. А, готово. Молодец, еда. Обожаю еду. Ну, кто не обожает еду? Все обожают еду. Ну и все. Можно бежать в сторону барана. Если не ошибаюсь, то кровавый биом находится именно там. Народ, не кричите, пожалуйста, в комментариях, если я не прав. Просто с последней моей вылазки в кровавый биом прошло, ну, где-то 3-4 дня. Реальных причем, не в Майнкрафте. И я уже все забыл, честно. Я еще и 2 дня не снимал серии. Вообще. То есть ни одного видео я не снимал. Потому что Новый год как-никак. И сейчас я потихоньку буду все вспоминать, да? Эй, на сегодня у нас такой план. О, кабанчик. А ну-ка, иди сюда. Еда, отлично. Если что, скрумкаю. Поскорее бы найти эти зеленые корни. Да, зеленые корни — это круто. Но все-таки они редкие. Ну, в принципе, они и есть крутые, потому что редкие. А, все, мы, по идее, входим в этот... Подождите, или не входим? Да, по идее, мы входим в наркоманский биом. Сейчас у нас все будет меняться. Все цвета будут меняться. И, блин. Ненавижу. Я бы сейчас, наверное, оббежал этот биом. Если бы не то, что я не знал. То есть, я бы оббежал его, если бы знал, что в этом кровавом биоме не находится. Подождите-ка. Не находится гидра. Да. Привет, баран. Как у тебя тут дела? Надеюсь, хорошо. Шерсти у меня нет. Ты все ее еще не съел? Держи. Может быть, правая кнопка мыши? Тоже не хочешь кушать? Ну, смотрите, он идет за мной, но он ее не ест. То есть я тыкаю по нему правой кнопкой мыши, он ее не ест. Кидаю. Он ее не ест. Иди сюда. Вот, кушай. Ну, ему просто срать. Наверное, ему все-таки уже давно-давно нужна другая шерсть. Так-с. Мы уже бежим очень долго. Надо бы уже начать искать зеленые корни. Здесь они есть. Ну, слушайте, здесь очень много корней. Очень-очень много корней, но зеленых я не вижу. Эй! Зеленые корешки, вы где? Обычно они на поверхности находятся. То есть копать вглубь не надо для того, чтобы их найти. Так, а это что? Вау! Еще один лабиринт минотавров. Крутяк. Привет, говнюки, теперь я выше вас. Чё, пытаешься тут немного повеселиться, да? Воу. Воу. Ну да. Понимаю вас. Я тоже когда-то был там внизу, как и вы. Но я, наверное, их не буду убивать, потому что мне не нужно тратить прочность у лука и... у меча. А если еще и прочность у лука тратить, то и стрелы тратить. А это совсем мне не нужно. И такс. Угу. Зеленых корней я не вижу. Кажется, сегодня мы, наверное, найдем только кровавый биом. И все. Да. Это так. Ну уже. Пожалуйста. Так, я теперь даже не помню, в какую сторону я бежал. А, подождите. Зеленый корень. Блин. Показалось. Но их тут так много. Почему нету зеленого? Эх. О, нет. Заткнитесь. Пивуны хреновые. Так, ну, бежал я, по-моему, туда, да? Раз там баран, то бежать мне надо сюда. Все. Вроде как. Я надеюсь. Угу. Здесь у нас есть зеленые корни. Ну, пожалуйста. Я уже целую серию ищу эти гребаные зеленые корни. Там, ну, кстати, золото есть. Вон оно. Но я, наверное, его собирать не буду. Не хочу рисковать жизнью. Здесь у нас есть зеленые гребаные корни. Нет, тут только коричневые корни. Я точно знаю то, что зеленые корни, они находятся на поверхности. То есть возле земли. Так что... не везет нам
Так вот я скажу. О, Торч Берриос. Такс. Тебе состригу немного. Все-таки. О, еще какой-то вид шерсти. Еще один лабиринт минотавров. Да издевайтесь. Офигеть. Сколько же их здесь? Наверное, много. Причем очень много. Такс, ну тут у нас начинается тот биом, который... О, подождите, так в этом же биоме, возле него находится, если не ошибаюсь, кровавый биом. Это получается, мы очень близко, народ. Еп! Туц-туц-туц-туц-туц. Мы скоро придем к кровавому биому. Тац-тара-дац-та-тац. Лава у нас там. Зеленых корней нет. А! Пошли в жопу, комары хреновы! Комары! А! Еще не лето! О! 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 Ненавижу комаров. О! Блин. Мне аж показалось, что это возле меня летает. Прям в реальной жизни. О! Прям вымораживает. Блин. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ладно, уходим из этого биома. Зеленых корней так и нету. Зачем вообще сюда шел? Что за бред? Столько овечек. Давайте состригем с них шерсть. Мало ли О, вот еще один вид шерсти, который еще не был, по-моему, на баране том огромном. Еще один вид хороший. Собираем все шерстки. Зеленых корней нету. Да, нету. И да, мы почти добежали до кровавого биома. Именно кровавого. И никак иначе. Больше я его назвать никак не могу. Такс, мы этот домик уже обыскивали или нет? Я не помню. А, нет, не обыскивали. Быстренько уничтожаем спавнер. Радуемся. Привет, собачка. Да, немного скучный процесс. Я знаю, народ. Но ничего большего я предложить вам не могу. Единственное, что я могу спрыгнуть туда и упасть, а потом заорать и идти сюда. Кстати, так в этих же пещерах обычно очень-очень много зеленых корней. Так что мне нужно срочно сюда спуститься. Нет. Там нету корней. Ни одного причем. То есть тут даже коричневых нету. Он единственный корень, но он опять же коричневый. Может быть, где-нибудь здесь по краешку найду. Так. Хватит мукать. Привет, лазурит. Привет, редстоун. Привет, уголь. Алмазов не видели. Привет, бедрок. Бедрок? Ничего себе. И нету корня. Ну да. Закон подлости. Он работает всегда. Но вот закон, не знаю, не подлости. Никогда не работает. Ну что за хрень, а? Ну почему? Ну дайте мне хоть один корешок, этот гребаный зеленый корешок. А-а-а! Я срочно его хочу быстренько собрать. И сделать себе эту гребаную броню. Греба. О! А вот, кстати, мне вы говорили то, что вот в этих замках присутствует глоустоун. Я просто забыл совсем. И этот глоустоун мне понадобится для того, чтобы создать магическое перышко. Перышко. Так что давайте мы быстренько сюда влезем. Соберем глоустоун. Соберем, я сказал. Привет. Как дела у вас тут? Спавнер я у вас вижу тут. Хорошо. Как дела, вы говорите мне тут? Молодцы вы тут. Хорошие вы тут. Да, вы тут. Все. А, уничтожаем спавнер быстрее. Умри, сдохни. Фух. Фух. Так, где глоустоун у вас тут хранится? Тут слишком темно. Привет, скелет. Ты сдохнешь в мучениях. Ты не сдохнешь в мучениях, ты просто сдохнешь от меча. Хотя, как можно убить мертвого? Не знаю даже. Просто разломать ему кости. Так, тут очень много книг. Книги, это, конечно же, хорошо. Сундук. Вау. Золотые ботинки на огнеупорность и прочность. Это хорошо. Маринованный паучий глаз. Вау. Мне здесь нравится, но у меня нету факелов. Создадим-ка мы их быстренько.
Так, сюда, сюда все это мы размещаем. Здесь у нас что-нибудь есть. Какие-то странные полублоки и все такое. Вах, Аллах. Уходим отсюда. А где Глоустоун-то? Глоустоун! Гребаные чешуйницы! Так, привет. Вы же не горите тут в сумеречном лесу, я так понимаю, да? Это плохо. Причем очень. Залазим, залазим, залазим. Идем снова вверх, 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 вверх. И уже проходим снова здесь. Тут нет у вас чешуниц, надеюсь. Я надеюсь, да. Чешуниц нету. Пожалуйста, скажите мне, что у вас нету чешуниц. Конечно, мне это никто не скажет. Ну ладно. Вау. Здесь просто действительно огромный замок. Очень огромный причем. Копаем, копаем, копаем. Меня кто-то бьет, кто-то бьет. Меня магическая книжка бьет! Магическая книжка! Магическая книжка! Вау! С нее листы бумаги падают. Ничего себе! Не, ну я, если честно, впервые вижу, чтобы меня била магическая книжка. Ну ладно. А, нет, нет, пожалуйста, 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 не бейте, не бейте, не бейте. А, вверх, 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 сюда. А, здесь у нас тупик. Идем снова вверх, 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 вверх. Ломаем спавнер, круши, ломай. Получаем 25 уровень, ничего себе, вот это да. Уже 25 уровень, идем все выше, выше, выше. Так, о, подождите, росток. Быстренько его собираем, уходим, не собираем. Ладно, все, насрать, идем выше, 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 выше. Здесь у нас что, ничего, быстренько рушим спавнер. А, это же зомби, зомби! А, быстрее, быстрее! Идем, 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 идем. Тупик! Нет, не тупик, хорошо. Идем дальше, дальше, и все. Мы, по-моему, на самом верху, да? Да, мы на самом верху. А где вы Глоустоун-то, народ, видели? Я что-то его не могу найти. Грёбаный Глоустоун. Где он находится-то, а? Мне говорили, что он находится здесь. Но я его найти не могу. Совсем не могу. Да где же ты там, паучок? Все, сдохните все. Так, тут никого? Никого из врагов здесь нет? Вау! Смотри, там какой-то странный спавнер. Это же король! О, нет, только не король, чуваки. Чуваки, 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 чуваки! Чуваки! Чуваки, 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 чуваки.